Эксперты-криминалисты одними из первых прибывают на место преступления, и никто не знает, что приготовили злоумышленники на этот раз. Но опасность саровских криминалистов не пугает, тем более если работает профессионал своего дела, уверенно заявляет начальник экспертно-криминалистического отдела Юрий Есин. Задача эксперта-криминалиста и вообще эксперт-криминалистического подразделения – это выезды на осмотр места происшествия, на совершенное преступление, да, сбор всей доказательственной базы, всех следов оставленных преступников на месте преступления и дальнейшее их исследование. На службу в полицию Юрий Есин пришел 18 лет назад, и началом его карьеры стала работа патрульно-постовым служащим. Отдав несколько лет этой профессии, Юрий Михайлович понял, что стоять на дорогах и ловить правонарушителей – это не его призвание. И решил отправиться в криминалистику. Пришел я со службы в армию в 93 году. Естественно, лихие 90-е. Хотелось как-то свой вклад вложить в наведение порядка. Уже в 2013 году Юрий Михайлович стал начальником экспертно-криминалистического отдела. По его словам, работать в этой сфере непросто. И чтобы добиться каких-либо серьезных успехов в карьере, потребуется немало времени. Чтобы стать экспертом-криминалистом, это минимум, но 5 лет подготовка нормального эксперта-криминалиста, наработка опыта, получение допусков на право самостоятельного производства экспертиз. В криминалистической лаборатории саровской полиции огромное количество современной техники, которая помогает экспертам в поиске того или иного материала. Но полагаться в работе все равно следует только на себя. Люди этой профессии должны быть внимательными и усидчивыми, так как их работа очень скрупулезная и не терпит ошибок. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров 24.